Познакомьтесь с Брэдом Гарлингхаузеном, предпринимателем, инвестором, бизнесменом и поклонником технологии блокчейн. Гарлингхаузен родился 6 февраля 1971 года в Канзасе, США. Он изучал экономику в Университете Канзаса, а также получил степень магистра в Гарвардской школе бизнеса. Брэд работал в нескольких серьезных компаниях в сфере технологии и информатики, таких как Yahoo, AOL, Hightail, а также занимал должности на Ancestry.com и в Tonic Health. Он является генеральным директором и членом совета директоров в Ripple, который предоставляет услугу для отправки денег во всем мире, используя технологию блокчейн.